Вуди. Вуди. О, нормально, хорошо. Ну-ка, как-то. Нормально, хорошо. Спасибо. Ты озвучивал, серьезно? Было дело. Серьезно, прям Вуди озвучивал. Круто. Как вообще удалось тебе озвучить его? Ну, что могу сказать. Все началось со школы. Угу. Встаешь утром в школу. 6-7 утра, включаешь телевизор и видишь видеопекера и повторяешь за ним. А, окей, и это лайфхак, как начать озвучивать Вуди? Вообще да, но если ты конкретно хочешь заняться озвучкой, то тебе нужно срочно, в срочном плане начать развивать связки. Иначе ты не потянешь его вообще. Понял. Вот, я твою еще время, я камеру записываю, поэтому у меня связки на тренировках. Ну, то есть тренируем связки, плюс смотрим, вдохновляемся. Да.